канал New Technology, и мы приветствуем каждого, кто нас слушает и смотрит. Сегодня мы поговорим о девайсах от компании ZTE. 6 апреля суббренд ZTE Nubia представил смартфон флагманской линейки с двойной камерой Nubia Z17 Mini. Новинка получила сразу несколько особенностей. Это двойная основная камера, фронтальная камера на 16 мегапикселей, 6 гигабайт оперативной памяти в топовой модификации, сканер отпечатков пальцев. ZTE Nubia Z17 Mini имеет металлическую цельную конструкцию, которая имеет размеры 146,7 на 72,5 и на 7,5 мм и весит 155 грамм. Углы в корпусе мягко закруглены. Спинка аппарата слегка выпуклая, за счет чего его удобно держать в руке. На его тыльной стороне расположились две основные камеры, которые слегка выпирают из корпуса. Двухтоновая светодиодная вспышка, сканер отпечатка пальца, который работает быстро и корректно, и логотип компании-производителя. Справа на корпусе имеется кнопка включения и качелька регулировки громкости. Слева – лоток для двух сим-карт и карты памяти объемом до 200 гигабайт. Вверху находится микрофон для шумоподавления и аудиоразъем на 3,5 мм. Внизу установлены порт USB Type-C, основной динамик и микрофон. Z17 Mini оснащен 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD 1920 на 1080 пикселей и покрытый 2,5D стеклом Gorilla Glass. Дисплей обладает 85% цветовой гаммы и имеет плотность 424 ppi. Контрастность составляет 1500 к 1, яркость 450 нит, так что с просмотром на солнце проблем не будет. Над экраном расположены фронтальная камера, сеточка разговорного динамика и датчик освещения и приближения. Под дисплеем находится сенсорная панель. Центральная кнопка, помимо своего основного предназначения функции «Домой», выполняет еще и роль светового индикатора. Отдельного внимания заслуживает двойная камера. Здесь установлены два сенсора Sony IMX258 с апертурой f2.2. Один из датчиков фотографирует в цвете, а другой делает черно-белые снимки. Объектив покрыт сапфировым стеклом. Есть и оптическая, и цифровая стабилизация, так что вы сможете снимать и записывать видео без подрагиваний. Во время съемки пользователь может регулировать значение диафрагмы от f1 до f16, чтобы изменять степень размытия заднего фона. Есть возможность записи 4К-видео. Передняя камера имеет разрешение на 16 мегапикселей, широкоугольный пятилинзовый объектив на 80 градусов и апертуру f2. Пользовательский интерфейс камеры Neo Vision обновлен до версии 6. Это добавляет новые функции, такие как портретный режим, замедленное изображение, монохромное изображение, 3D-изображение и настройки диафрагмы. Смартфон будет выпускаться в нескольких вариантах и с разными процессорами. Младшая версия получила 4 гигабайта оперативной памяти LPDDR3 и 64 гигабайта встроенной формата eMMC5 и работает на процессоре Snapdragon 652. Старшая имеет 6 гигабайт оперативной памяти, 64 гигабайта встроенной памяти и чип Snapdragon 653. То есть старшая версия примерно на 10% производительнее младшей. Графический чип для обоих версий Adreno 510. Присутствует технология улучшения звука DTS Audio Enhancement, так что при прослушивании музыки и просмотре видео проблем со звуком не будет. Nubia Z17 Mini питается от батареи на 2950 мАч. И поддерживать технологию энергосбережения NeoPower 2.5 для замораживания приложений, интуитивного управления, динамической оптимизации и спящего режима. Работает аппарат на операционной системе Nubia UI 4
на основе Android Marshmallow. Поддерживается управление жестами вдоль края экрана, присущее безрамочным флагманам Nubia. Беспроводные интерфейсы представлены 2G, 3G, 4G LTE, VoLTE, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 4.1, NFC. За навигацию отвечают модули GPS, AGPS, GLONASS, Beidou. Nubia выпустила Z17 Mini в 4 разных цветах. Шампанское золото, черное золото, красный и элегантный черный. Версия на 4 гигабайта плюс 64 гигабайта будет продаваться по цене $247. Модель 6 гигабайт и 64 гигабайта стоит $290. Компания ZTE в марте этого года презентовала еще одну новую модель – Nubia M2. Новинка имеет тонкий цельнометаллический корпус. Дисплей размером 5,5 дюймов покрыт изогнутым стеклом. Разработчики при создании Full HD экрана использовали панель Super AMOLED. Внутри Nubia M2 установлен процессор Snapdragon 625 на 8 ядер, показывающий оптимальный баланс энергопотребления и производительности. Также разработчики отдали предпочтение 4 гигабайтам оперативной памяти и видеоадаптеру Adreno 506. Внутренняя память в зависимости от модели может составлять 64 или 128 гигабайт. Дополнительно есть слот для microSD-карты до 256 гигабайт. Сзади смартфон оборудован двумя 13-мегапиксельными фотомодулями от компании Sony. Фронтальная камера имеет матрицу на 16 мегапикселей. Емкость аккумулятора составляет 3630 мАч, которая имеет функцию быстрой зарядки. Nubia M2 оборудован портом USB Type-C, имеет сканер отпечатков пальцев. Более простая модель ZTE Nubia M2 Lite оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD 720 на 1280 пикселей, сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной одинарной камерой. Аппаратной основой стал 8-ядерный процессор MediaTek Helio P10 MT6750, 3 гигабайта или 4 гигабайта оперативной и 32 или 64 гигабайта встроенной флеш-памяти с возможностью расширения картами microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Оба смартфона работают под управлением операционной системы Android 6 Marshmallow с оболочкой Nubia UI 4. Поддерживаются LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS и GLONASS. Есть порт USB Type-C. Смартфоны ZTE Nubia M2 и Nubia M2 Lite поступят в продажу по цене 392 и $260 соответственно. Китайская компания ZTE анонсировала еще один свой новый смартфон. Это Nubia M2. Новинка интересна тем, что обладает аккумулятором на 5000 мАч. Отмечена также возможность быстрой его подзарядки. В основе 8-ядерный MediaTek Helio P10 MT6750. Объем оперативной памяти 4 гигабайта, а встроенной пользовательской 64 гигабайта. Предусмотрен слот для подключения внешнего накопителя максимальным объемом 128 гигабайт. Диагональ дисплея 5,5 дюймов, а его разрешение HD. Основная камера на 13 мегапикселей, фронтальная на 16 мегапикселей. Работает новинка под управлением Android 6 с оболочкой Nubia UI 4. По части беспроводных модулей и интерфейсов известно о LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4, GPS и GLONASS. Ориентировочный ценник – $290. Что можно сказать в заключении обзора? Так это то, что компания ZTE попыталась представить смартфоны на любой вкус и кошелек пользователей. Насколько ей это удалось, покажет потребительский спрос на эти девайсы. А на сегодня все.
Оставайтесь с нами. Мы будем стараться предоставлять наиболее свежие, подробные и интересные обзоры. Не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать. С вами был канал New Technology. Bye-bye!